Едем. В дальние края. Валим мы на велике. Что, братцы, доброе утро. Вы на канале Арчи Рыбалка. И Арчи опять на рыбалке. Решили мы выбраться в этот раз, взять матч-реванш в Дзержинский район тоже, но уже на другое озеро. Хотел выехать пораньше, но вчера поздно работу закончил, и будильники уже какой второй раз уже меня подводят. В итоге я вместо 3 часов встал 8 часов. Ну, ничего страшного, выспали зато. Сейчас посидим сегодня, половим, посмотрим. Как-то вот так сижу, расположился в такой прогалине. Что у нас сегодня? Корм зеленый, немного кукурузки добавляю, немного опарыша добавляю и пробочками добавляю пшено. Мотылечек, кукуруза, опарик и термос кофейком. Без кофейка никуда не выбираюсь. Изначально на точечку кинул сколько? Ну, в районе 10 кормушечек. Потом сел, попил кофе немножко, отдохнул. И наверное, в забросе 4-5 уже отозвалась небольшая плотвичка. Ну, мы, конечно, приехали не за плотвой сюда, а за карасем. Будем пробовать. Мотылька, пробовал на мотылька, на опарика, на кукурузку, на червя. Пока только на опарика берет. На мотыля только обсасывает и все. Ну ничего, посидим, посмотрим, отдохнем, насладимся природой. А вот опять клюет уже. Уже опять. Поклевочка. Ну, это плотва. Плотва. А находимся мы сегодня в Дзержинском районе на водохранилище. Озеро. Озеро Кононова и... Ой, не Кононова. Какое Кононова? Короче, на том озере, где мы были в тот раз. И чуть-чуть дальше, за Дзержинском, наверное, 5-7 км направо ходили. Потом я посмотрю, вспомню, Дегонова. Что-то не хочет. А, не, есть. Есть, братцы, есть плотвица. Это мне кажется. Кажется или есть. Даже не успеваешь, блин. Опускаться. Поводок. Поставил сначала 50 где-то. Совсем маленький был поводок. Ну, неудобно было. Путалось что-то, блин. Поставил 70 сантиметров. Решил не крутить. Блин. Решил не крутить поводки. Использовал такой поворн. Ну, короче, вот такие поводочки. Потом приложу фотографии к ним. Что за она? Немного тут, метров 25, наверное, 30, ну, недалеко. Ловлю я сегодня фидером X-Power 3000 и Castmaster 4000. Ну что, будем пробовать ожидать карася.
изначально на точечку кинул сколько, ну, в районе 10 кормушечек. Потом сел, попил кофе немножко, отдохнул и наверное, забросе четвертом-пятом уже отозвалась небольшая плотвичка. Ну, мы, конечно, приехали не за плотвой сюда, а за карасем. Будем пробовать. Мотылька, да, пробовал на мотылька, на опарика, на кукурузку, на червя. Пока только на опарика берет. На мотыля только обсасывает и все. Ну ничего, посидим, посмотрим, отдохнем, насладимся природой. А вот опять клюет уже. Уже опять. Поклевочка. Есть. Есть контакт. Есть. Есть. Ого, что-то. Тяжеленько. Это не кажется. Нет, плотва. Плотва, плотва. Карась бы он бы, дал бы, как дал бы жизни, блин. Ну что там? Есть, вот она. Плотвица. Небольшая. Небольшая плотвица. Небольшая плотвица. Клюнула на одного. Вот такая небольшая. На одного опарика. Колечком. Это хоть как-то засекает рыбу. А когда ставишь 2-3 штуки, вообще не хочет. Ладно, посмотрим, сейчас еще забросим. А ну, ну да, все правильно. Я просто тогда в тот раз я испугался, что клипса слетела. Ну, а это оказывается, я просто не добросил на свою точку. Лошара. Не добросил. Сейчас поботаю. Сейчас опять, наверное, будем брать. Не, ну круто. Птички поют. Погода шик. Только что-то припаривает. Какие-то облака вон плавают, но не все так страшно, мне так кажется. А вот, ух ты, какой размер. Ух, вот это да, вот это уже побольше что-то. Такой размашишь-то. Дун-дун. Посмотрим, что там. И все-таки плотва. Не, плотва. Плотва. Ну, поклевочка, конечно, хорошая была. Такая размажешь. Размажистая. Ну, побольше-то. Немножко. Немножко больше. Оп. Наверное, сейчас еще немножко поставлю чуть-чуть помельче кормушку. Меньше кормкоемкости. Дети катаются на велик. О, блин, забота. Круто. Детям. Я как вспомню свое детство. По 10, по 15, даже и больше бывало километров на велике на рыбалку ездили, блин. С утра сядешь на велик, корешу приедешь, блин. Разбудишь его.
удочки в плечи, рюкзак и на карася на озеро. Тоже думал туда съездить недавно, в том году хотел съездить половить туда карася. Приехал, посмотрел, а то озеро, где мы раньше ловили карася, хорошего такого. Высохло полностью. Конечно, там птицефабрику, блин. Ой, не птицефабрика, там это, коровник был. А сейчас каких-то трайплские организации, блин, понастраивали контор, блин. Но, видно, высушили, блин. Такое хорошее было это озеро. Ну, под конец уже, конечно, ротан появился, но и не давал жизни. Был период, что нормально. Не успевал опускаться. Сейчас смотрю, что рыбка, наверное, отошла. Отошла. Сейчас расскажу вам хохму, блин. Начинаю кидать, ну, на свою точку сюда. А тут откуда-то не возьмись, блин, в мою сторону, где я рыбу увидел, кто-то, видно, увидел, что я рыбу тягаю. И начал ближе к моей точке кидать, с той стороны. С того угла, блин, на мою. Ну, фиг его знает, блин. Ну, это да, такая есть фигня. Кого-то не клюет, а кого-то клюет, и хочется, чтобы клевало так. Это я сбил, что ли, клипсу, сошла, или что, непонятно, или меня просто не добросил. Ладно, сейчас посмотрим. Мне что парит. Видать, дождик будет. Тепленько, хорошо по сравнению с тем разом, когда мы ездили. А уже берет поклевочка. Ну, плотва дома. Тогда вообще кошмарный был. Ветер, фигетер. Ну, я повезло, с этой стороны сел. Можно было бы с той стороны озера объехать, посмотреть. Но я посмотрел, что тут такие кустики. Тишина такая, гладь. Прикольно. И нести недалеко. Нормально. Думаю, лучше пронесу. Что-то притихло. Совсем. Солнце спряталось за тучками. И тишина какая-то. Странно. То, братцы, блин, ну, чем дальше, тем хуже, блин. Но сейчас вообще перестали поклевки быть. Ну вот, сейчас что-то было. Ну, и то, блин, пипец, сколько я ждал. Ну, и то ерш. Ёпсель, моксель. Без ерша никуда. Без ерша никуда. Ну и как мне тебе друг достать? А вот. Ершила. Ершила. Не хочет, блин. Что-то вообще, блин. Парика сейчас ставлю, блин. Их норит. Ну. Понятно, что-то стало. Местных на озеро уже поприходило тут. Дофигища. Ну. Оп. Есть контакт. Упала. Короче, решил перекусить. Закинул на червя,
спокойно покушаю, а потом уже буду ловить. Посмотрим, может, пока буду есть, что-нибудь нормально клюнет на червя. Это совсем беда-беда какая-то. И кукурузу ставил. Был какой-то один тычок, и все. Потом тишина была. Непонятно. Клюет, братцы. Клюет. О, опять. Поклевывает по два. Ну, опять. Размерчик, конечно, не фонтан. На Страшицком городке и то размер побольше будет. На опускание. На опускание. Есть контакт. Есть, есть, родненькая, плотвица, 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 оп, оп, такая, может, чуть-чуть больше, в сравнении с той. Еще, наверное, полчасика посидим. И будем сворачиваться, ну, потому что, ну, уже время, пока доедем. Завтра опять собираться на рыбалку, но завтра мы уже едем на ночную рыбалку с Фимой. А то один Филя пришел с армии, этот Фима, один на F, а второй на F. Где что ты их, блин, постоянно путаешься? В том видео тоже оговорился, блин. Ну что, братцы, подведем итог нашей сегодняшней рыбалки. Приехали на водоем где-то в районе 9 часов. По прикормочке у нас был фидербай эксперт, марципан зеленый с той рыбалки и зеленый еще. Тоже карасевая. Прикормочка была у нас, из наживки у нас был мотыль, опарыш, кукуруза. Резал немного кукурузы, добавлял, червяка добавлял в прикормочку. Поначалу клевало на мотыля хорошо, потом на парика. С напарика было больше вероятности поклевок, больше засечек. Лучше всего на один парик колечком лучше всего брала. После обеда на мотыля перестала хотеть брать. Ой, на мотыля. На парик вообще перестала игнорить, блин. Ни поклевки, ничего. Я думал, что-то серьезно подошло. Но, увы, ничего. Потом сейчас только на мотыля начал поклевывать. Есть немножко, но слабо. Ну, вы видели, поклев это. Размер рыбы нас не радовал, конечно. Ну, что сделаешь? Что клювало, то клювало. Что смогли, то поймали. Сейчас, сейчас достанем наш улов и покажем, что мы споймали.
Ну что, братцы, ну ты так, наловил, получилось немножко, посидел, отдохнул. Плотва, конечно, не радует размерчиком. С вами был Арчи. Всем удачи на водоемах. Сейчас выпустим рыбку.